Экс-ведущая Орла и Решки Натали Неведрова родила второго ребенка. Мальчик появился на свет вчера поздно вечером, накануне полуночи. «Успела я 28-го выпульнуть второго», — сообщила звезда поклонникам в стихотворно-ироничной форме. Рост и вес сына Натали пока не рассказала, но сообщила, что малыша назвали Мартином. Это имя ей подсказали фанаты. Пол ребенка Неведрова узнала совсем недавно. И сделала она это оригинальным способом, с помощью специального шарика. Большой шар нужно лопнуть, и из него вылетят маленькие, розовые или голубые, в зависимости от того, какой пол предскажет шарик. Видео этого момента Натали разместила в своем личном блоге и попросила поклонников помочь ей придумать имя сыну. Напомним, о том, что Неведрова станет мамой во второй раз, стало известно в сентябре. Телеведущая объявила о своем положении, которое она очень удачно скрывала от окружающих вплоть до 5-го месяца беременности. У Натали уже есть дочка Мария Николь, которая перед рождением братика или сестренки нервничает не меньше мамы. Девочка уделяет маминому округлившему живота много внимания, обнимает и гладит его, а еще рассказывает о том, чем Крока сейчас может быть занята. Забавно, что Неведрова до определенного момента и не догадывалась о своем положении. А вот муж ведущий заметил изменения в ее настроении и предложил купить тест на беременность. Пара планировала снова стать родителями за некоторое время до начала съемок в популярном шоу, но реализовать эту идею удалось только сейчас. «Мама и малыш чувствуют себя отлично и скоро поедут домой», —